Привет-привет, мои хорошие! Мы вышли наконец-то всей семьей, вышли в торговый центр Агора. Я, конечно же, давно здесь не была. Вон там сумочка на заднем фоне, съемки ведет. Там сзади такая красота. Детки тоже с нами, детки в коляске спят, папа их катает. Пройдемся по магазинам, купим себе что-нибудь новенькое. Мужа хочу немножко в порядок привести. Пару свитерочков ему взять. Вот сейчас зайдем в Коллинз, посмотрим, что есть хорошего у них. Пока муж ходит с десятками там где-то, я вам чуть-чуть поснимаю. Вот это небольшая детская площадка. Здесь обычно, раньше, по крайней мере, я видела, как сидели, занимались детьми, рисовали, что-то лепили. Сейчас пусто. Цветы живые. На улице летняя детская площадка. С этой стороны. И с той стороны тоже есть. Тоже такая же площадка. Здесь Зуля прячется. Чего прячется, непонятно. Не прячься. Как неудобно выходить с двумя детьми куда-то. Девочка капризничает, невозможно просто. Лежать не хочет, только на руках. Куда мой муж потерялся, интересно? Какой из магазинов зашел? Заехал. Ну, точно не в Adidas. Вот когда я снимаю, она хочет сфоткаться. А, вон он. Там впереди я его вижу. Пытается заехать с коляской в магазин. Ладно, сейчас я Зулечку сфоткаю. Это торговый центр, я вам снимала не один раз, но все равно еще раз покажу, как здесь красиво, все светится и светится. Так, мой муж вроде как зашел сюда. Я видела, как он сюда заходил. На, дети здесь. Вот, надо кисть. Смотрите, какая посуда черно-белая привлекла мое внимание. Зашли в магазин Караджа, я взяла этот досочки. Моя уже потрепалась. Прикольная посуда. Здесь сейчас хорошие скидки, я смотрю, почти на всю 50%. Вот такая красота здесь есть, смотрите. Тарелки очень красивые. Зуль, смотри. Все вообще красивые. 120 лир. Очень красиво. А, вот такие я не видела двойные. Я видела только вот эти вот стандартные. Смотри, вот эти тоже. А, электрические видела. Да? Ну, там посмотрим, что есть. Вот здесь ничего интересного. Зашли в детский отдел одежды магазина Вайкики. Знаете, очень понравилось качество. Честно сказать, я не думала, что здесь хорошего качества вещи, потому что взрослые вещи нужно хорошо выбирать. Я здесь взяла мальчику, кучу всего набрала. У девочки пока еще есть. Может быть, я еще девочке тоже что-нибудь посмотрю. Здесь, знаете, очень понравилось, сейчас покажу набор, сейчас, секунду, набор из 6 вещей, здесь чего только нет, и стоит всего 60 лир, это 600-780 рублей на сегодняшний день, это копейки, можно сказать, я один комбинезон покупала в Дагестане за такую цену, и то не самого лучшего качества. Вот я вот взяла штанишки, всякие бодишки взяла. Здесь, конечно, на детей постарше очень много красивой одежды, но. Комбинезончики красивые. Всего лишь 80 лир. Очень красиво. Пока мы ходили по кафе, по магазинам, муж зашел в кафе. Там сама... Чок, миссию?
Тама. Дует, говорит, здесь. Все встанет. Что такое? Что такая грустная? Зюль пришла. Вот и папулечка кормит свою любимую доченьку. А сынуля спит. Мы как вышли из дому, он чуть-чуть в машине покатался и сразу уснул. Поел и уснул. Все. Это капризулька наша. Она фиг будет спать. Ты что? Она должна за всем чекировать. Ну, хотя бы не орет. И то хорошо. А в итоге я купила мальчику, вот, показала этот... Все, что я купила, да, я сейчас обратила внимание, 115 лир всего лишь у меня вышло. Это копейки по сравнению с тем, что в Дагестане я могла купить на эти деньги. В Дагестане на эти деньги я практически ничего не могла купить детям. А здесь на 115 лир я купила, знаете, не самые дешевые, не самые дорогие, по средней цене детские вещички. Прям супер, очень довольна. У меня аж глаза разбегались. Останавливает только лишь одно, что дома еще много чего есть для детей. Все, пойдем мы где-нибудь перекусим, потому что я уже проголодалась. На улице тоже темно. Зюлечка тоже, наверное, голодная. Папуля тоже наш голодный. Привет, мои хорошие. Время завтрака. Час дня, по-моему, сейчас я не знаю точно. Ну, у меня получается так, что я всегда почти в такое время завтракаю. Детки спят. Сейчас уложила. Вчера, позавчера и позапозавчера три ночи подряд моя дочка машала, 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 чтобы не сглазить, как любят говорить. Три ночи подряд она спит. Просыпается только, чтобы лишь поесть или когда мокренькая. А так просто так не просыпается, чтобы пока призначить. Погода на улице, значит, вчера всю ночь лил дождь, гром, молния. Сейчас тоже дождь идет, но сейчас вышло солнышко. Вот сейчас такая погода, не холодно, солнце светит. Дождя как бы сейчас... Нет, дождя уже нет, оказывается. Можно было погулять, но откуда такое счастье? На заднем фоне вот эта картина. Это я собирала. Она из стразиков. Розочки из стразиков. Когда включен свет, она, конечно, по-другому смотрится. Там стразики сверкают. Знаете, вчера я посреди ночи захотелось кушать. Мы с Зулечкой сели кушать. Она поела супчик, а мне захотелось... У меня была рыбка консервированная. По-моему, сардины, что ли. Я не помню, как она называется. И уже 250 раз мне девочки называли, как она называется, я не запоминаю. И вот я поела вот эту одну консерву, потом под утро встала, мне было не очень хорошо. Видимо, от того, что мой организм отвык от этой рыбки. Так-то я ее раньше часто здесь ела. Ну, как часто, хотя бы пару раз в месяц ела. И получается, видимо, организм отвык и стало под утро плохо. Ну, я быстро себя пришла. Потому что нам болеть нельзя. Нельзя, нельзя. Так, сейчас подожду Зулечку и будем завтракать. И заодно хотела показать, какую смесь я купила детям, на какую смесь перевела их здесь. Вот она. Называется Аптомил. Единичка. Здесь три пакета. Вот такие вот три пакета внутри. Пакета по 400 грамм. Мы взяли ее сейчас по акции 140 лир. Она где-то дороже, но дешевле, честно сказать, я не видела. Ну, 139-138 видела. Мы тоже за 139 чем-то взяли. Это недорого, если сравнивать с, например, с Семилаком. Мне кажется, это недорого, не знаю я. А Семилак здесь... которые я даю, именно голд я не нашла. Нашла какие-то маленькие, такие манюсенькие баночки. Вообще там даже 400 грамм нет. А я давала вот такой. Такого в помине нет. Вот здесь, который Аптомил перемешиваю. Еще я заказывала на Алиэкспресс вот такой вот контейнер. Здесь у меня смесь. Когда выходишь куда-то, очень удобно. Контейнер состоит не из двух ячеек, там еще у меня в шкафу есть, там, по-моему, 4 или 5 ячеек. Очень удобно, можно сюда пюрешку поставить готовую какую-то, если вы хотите на улице покормить ребенка, и вот
для сухой смеси мне удобно. Нет времени привести порядок ногти. Да-да-да, слоятся уже. И еще мне постоянно, не постоянно, часто я читала комментарии, когда мы искали чайник, мы купили все-таки вот этот, эту марку, муж знает, сказал, хорошая марка. Мне писали, что удобнее хранить воду в термосе, девочки. У меня есть термос. Вот. Горячую воду я храню здесь. Их было у меня даже два, один я выбросила, когда прилетели сюда. Ну все, пойду завтракать. Мои хорошие, у меня постоянно спрашивают, как мои цветы, в каком состоянии. Пока все цветы живы, ну вот, смотрите, драцена. Там, конечно, на балконе прохладно, собралась вся, скукожилась. Она, ну вот, помирала, я ее нашла на балконе. И вот эту драцену нашла на балконе, в подъезде. Заставила мужа вернуть. Остальное все вот хорошо, дефенбахия разрослась, там фикус разросся. Выйти не могу, потому что у меня рука хоть и нуля. И там у меня начинает цвести декабрист. Я не знаю, вам видно или нет. Вон он там. Он долго будет цвести, потому что там прохладно. Здесь у нас стоит... Ой, я не знаю, как это назвать. Тренажер, беговая дорожка или что. Это муж притащил. Так ни разу и не пользовались. А, и вот сюда я занесла свой замиокулькас. Он вообще красиво разросся, прям просто красота. Просто прелесть. Здесь у меня пакет, в пакете одежда, которую я с Анули купила. Хотела показать вам, цены именно хотела показать, но никак руки не доходят. Сушится клееночка. Свекровь принесла клеенку для них. Свет не включаю здесь, потому что дочь спит. Пока закрываюсь.